попал. По-моему, иди в край. Я посмотрел. Уже никам. Я бы попал. По-моему, не край. Я посмотрю. Так, ну вот что получилось у нас в итоге, давайте я покажу. Это я уже в багажнике, да. Вот попадание, это вот эти здоровые, это как раз 7,62. Тут их, по-моему, 3 штуки мы били, да. Давайте я покажу, что это выдержало, да. То есть вообще ничего, гладкое абсолютно, то есть ничего с ней нет. Потом я, да, вот так лучше. То есть абсолютно гладко, видно. Это кевлар. Кевлар себя показал плохо. То есть он держал, но чуть позже я вскрою, покажу, но вылеты были. Вот. Ну, первое просто дело в том, что первый удар, да, был где-то вот совсем близко. Там кривая мушка вообще конкретно. В ткань вот пробивы, да. То есть все произошло, как я и рассчитывал. Пробив, это вот 5,45, скорее всего. Скорее всего, вот эти вот маленькие укольчики, да. То есть они проходили, но вот это вот порванное, да, это вот как раз кевлар. То есть конструкционный кевлар не подходит. Может, подошел бы нормальный кевлар для ловушки. Но, честно говоря, короче, все, что тратит очень много времени на изготовление, да, то есть оно не подходит для нормального. Вот они, осколки. То есть вот такие осколки могут быть у вас в лице, да, вот видите, вот этот вот осколочек какой-то, то есть таких вот осколочков тут по периметру, ну, 3 пули, ну, они разлетелись, скорее всего, то есть будем открывать и смотреть, вот как-то так. Так, куски пуль. Что я вижу? Это я вижу, похоже, какой-то наконечник, сплющенный сердечник. Три прям попали, вот почти в одно место. Вот это хорошо разлетелось, да.
Мне кажется, что вот это Симонов и есть. Да, это он. Видите, один Симонов, второй. Это 7,62. От него энергии меньше. А эти, похоже, были, ребята, с остальным наконечником. Боевые патроны. Да, нам так сказали, что это боевые. И вот кусок из него вылетел. Что-то из них, видимо, где-то осталось. Вот еще кусок. Еще один такой же. То есть они идентичны практически с этим. Видите? Это были сердечники остальные. Кто-то у нас тут решил шутить. Это сталь. Проверим. Опа. Это стальные сердечники. Ребят. Это вот от них следы. Добрый Алекс. Есть тут один человек. Да, по ушам хорошо лупит. О, класс! И есть уход в сторону. Охренеть! Уход в сторону. И очень прилично. Оторвало. Очень это прилично. Представляю вчера три. А если мы дай на собі, а там где три. Просто что в нижнюю нет? Хочешь в среднюю? Такое ощущение, что у тебя здесь плохо было Да нет, разорвало. То есть, вот правая сторона вся защищена, левая сейчас вся, вот после первого выстрела, левая вся посечена. Верх тоже весь посечен. И здесь тоже. Вон куда аж вышло. Ну, в голову, не попало. Стороны похер. Полоску. Просто насколько далеко? А то может оно летится слабо. Мелочь. Ну вот эти большие, видишь? Вот эти. Ну. Вот это вот. Просто. Вот. Вот ушел большой кусок. И вот какой-то кусочек. Мелочь не считается. Я вижу пулю. Вижу след от удара. То есть сюда пулю мне положили настоящую боевую с металлическим сердечником. То, что я вижу. Ай, обломочки. Было несколько выстрелов. Раз, два, три. Ну, не помню, четыре что. То есть три или четыре выстрела было. Здесь оторвало почти полностью. Ну, как бы вопрос в сохранении, да? Были рикошеты какие-то, видимо, улетающие вот. Видите? То есть здесь только одно место, где ушло все в сторону. Ввиду большого выстрела, да? Судя по всему, вот они, три удара.
здесь неизвестно что. Кстати, этот целый остался. Не знаю, был ли тут выстрел. Надо было больше стрелять. В принципе, вариант мне понравился. Полностью нужно демонтировать обломки. Обломки здесь. Это все осколки пуль. Вот так. Вероятно, другие отрикошетили. Отрикошетили вверх стояло здесь, влево. Очень много ушло влево. Панель стояла здесь. И прошло вот один какой-то, видно, потом я сдвигал просто дальше. Вот, вот эти, тут мне непонятно, были ли они или нет, но мы посмотрим на видео. Вот. Ну и вот, это старые, а вот они три новых. Вот один стальной и два. Вот они вмятинки оставляют, Симоновы оставляют вмятины. Но и все. Тут нет, тут выбило. Выбило, он постарался. Здесь выбило кусок. Три. Он пришел со вторым ударом в то же самое место, где до этого три калаша легло. Симонов пришелся. И внизу вон три. Мы работаем, не знаем. Ну, короче, результат странный. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you